Всем привет! Сегодня на рыбалке, понедельник. Сегодня в конце ролика будет розыгрыш, итоги розыгрыша. Ну, хотел предупредить, кто не оставлял контакт, тот, наверное, пролетит, скорее всего. Народу сегодня немного. Сидим посреди озера. Сегодня у меня на хвост упали бандюганы, опять мои кентухи сидят в палатке. Чавкают. Вот. Палаток немного. Сидим посреди озера. Ловлю на гирлянду и на одну махалку. Рыба поклевывает. Рыба прет. Рыба прет, вон Семен. Вот. Вот. Меня под ногой поснимай. Сейчас поснимаю. Вот они, две красноперки. Здоровенных. Замерзли. Сегодня морозец такой неплохой. 14 градусов, наверное. Но это в южном. Здесь, наверное, может и побольше. Вот улов мой. Семенов улов. Ну и тут у меня Артем сегодня разошелся. Надергал уже. Они на махалке дергают. Машем. Махают. Конечно, я их зря сюда запустил. Тесно очень с ними сидеть тут. Луна, у тебя выхода нет. Выхода нету, ну. Луна понабурили, что ногу поставить некуда. Начнем сейчас. Время 10:30. Сейчас попрет. Сейчас подкормим еще чуть-чуть. Вот такие махунькие. Махонькие. Вот она. Спалец. Зато вкусная. Опа. Такие крупненькие попадаются. У Артема там несколько штук вообще хороших. Опа. Опа. Была. Да я сейчас вам это почищу, все равно мне. Опа. Ух ты какая. Вот это хорошенькая. Вот. Ловлю опять на гирлянду. Красные крючки, не знаю, видно, нет, сейчас камеру неудобно поставил. Губы только, только висят, смотри. Ага. Кубешки. Их надо чистить. Иногда, вот когда губы остаются, корешка, ну, на них тоже клюет хорошо. А иногда, опа, видишь, это моя. Так, что разбежала. Нога сбежала. Ну, только бы красноперка не клювала. Да елки. Вот. Артем взял покушать. Вот колбасы нарезал, сыра нормального. В этот раз такие босявые кусочки сала. Ну вот это вот, что это такое? Вот это. Да это уже просто кончилось, когда колбаса. Вот это. Салатик. Но зато она вкусная, знаешь какая? На такую даже корешка клювать не будет. Да. Ничего такая. Ты смотри, что делает, а? Чё? Ушла. Что за смех такой? Ты тоже. Рассмешнил. Так ты в пакет сразу кидай. Да. Куда кидать? Ведро свое. А как сидеть? На картах. Вообще, если мы скамейку вот так поставим. Ничего себе. Она нам короткая. Я Семену дал это. Да не получится. Просто проверку сделаем. Я Семену ящик дал вообще-то. Ну-ка, ну и что это будет? Давай, я вот так могу наполовину поставить. Ну и что, мне неудобно даже держать махалку вот левой рукой. Лови на одну. Все равно не клюет у тебя, что их держать-то? Он тебе потом поделится с тобой. Но закрыл. Рыба плохо клюет. Можно сказать, и не клюет. Один рыбак у нас уснул уже. Спит, говорит, не хочу так рыбачить. Пойду-ка я, наверное, похожу
вылазит. В рюкзаке. В рюкзаке. Ищи, там должен быть. Не, в самом. Рыбалка сегодня плохая у нас. Слабая. Поутру поклевала по чуть-чуть. Сейчас пока перестала. Но сидим, ждем. Слышу. В палатке там выхожу, поброжу, поищу. Одну тут поймал. О, закрыл. Ну и то хорошо. Ну, пока что перестала клювать. Ну, людей мало. Тоже все сидят. Палатка моя. Намерзает как. Ну все, собираемся. Время 2 часа. Клёва нет. 40, наверное, поймал. 50, может. Артём там штук тоже, наверное, 40, наверное, надергал сегодня. На Семён тут штук 10 поймал. Сейчас вытащил красноперку, она мне вот такую вот подлянку устроила. Поэтому мы их обрезали. Ну и собираемся до дому. Ну все, собрались уже. Почапали до дому. Все, быстренько. Собрали палатку. Замерзшие тут. Быстро шлепают, домой хотят пацаны. Вот и вернулся я, друзья, с рыбалки. Рыбалка не ахти была сегодня. Поймал 53 штуки, на 10 штук больше, чем в прошлый понедельник. Посидели, воздухом подышали, отдохнули, рыбы практически не было, даже по леске не било. Ну вот, как и обещал, сегодня подведем итоги конкурса. Вы написали больше 90 комментариев, я их все вот почитал. Очень приятно, что пишете. Рыбу приготовил к передаче, к отправке. Ну, как и говорил, участвуют те, кто написал данные свои для того, чтобы связаться с ним. Кто написал, что просто участвует, вы, к сожалению, не проходите, не соблюдая, ну, правила не соблюдали. Нужно было написать все-таки контакт. Программа выбирает случайного победителя. Все зависит от удачи. Давайте начинаем. Сергей Питеров. Я участвую, если что, писать сюда. Ну, к сожалению, контактов нет. Анатолий Лисин. Я участвую, гони рыбу. Кум. Тоже Толик, это мой знакомый, поэтому, Толик, ты контакт не написал. Извини, в следующий раз так угощу. Ну и первый победитель — Лариса Горельцева. Поздравляю вас, контакт написан, свяжемся с вами, передадим вам или отправим вот такой пакетик. Поздравляю вас. Следующий победитель. Ищем следующего победителя. Артём Сахалин. Я участвую, писать сюда. Ну что вы, контакт надо было написать. Максим Наточий. Иван, привет. Привет, Максим. Ты тут второй победитель. Номер есть. Напишем вам в WhatsApp. Вот твой пакет. Поздравляю. Идите передачу рыбки. Все, розыгрыш закончился. Призы закончились. Скоро у нас 2000 подписчиков. Сейчас еще рыбу подсохнет. Еще один конкурс проведем. Что ждите, конкурс не за горами. Участвуйте и соблюдайте правила. Пишите свои контакты, чтобы с вами связаться. Все, ждите новых роликов. Всем пока.